меня есть что говорить народу, и есть что отвечать на их вопросы. Поэтому я встречаюсь с людьми. Моя тактика и стратегия проста. Это я не сворачиваюсь с нашего пути и честно прохожу до конца. Герой, которого мы не заслуживали, но который был нужен нам. Он был рыцарем сверкающих доспехов. Я занимаюсь антитеррором. Террор проводит руководство Русни. Это государственный терроризм. Это не один день идет, это идет вековая борьба за свободу. Главное то, что чеченцы не боятся умереть у нас. Если в бою человек умирает за свой народ, за свободу, это считается большой честью. Наверное, помнишь, как ты меня спросил в Буденновске про слезу одного ребенка? Я тебе сказал, а как на эту чашу одна слезинка одного ребенка, а на это тысячи детей слезинки. Что мне с этими слезинками делать, когда у нас официально больше 40 тысяч этих детей убито, искалеченных тысячи, десятки, короче. Про это кто-нибудь, что-нибудь говорит? Себя называют центральной фигурой, которая имеет реальную власть над всеми воюющими подразделениями. Это действительно так? У нас сегодня реальную власть имеет любой муджахид, потому что у нас самая настоящая демократия, которая должна быть, и принцип совещательности у нас присутствует. Я власть имею, потому что я военный амир. Пока война к ним каждому не придет, она не остановится в Чечне. И наш лозунг, который мы выдвинули еще пару веков назад, «Свобода или смерть», он и сегодня актуален, и это не пустой звук, мы тоже доказали. Переговоры. Мне нужно, чтобы остановился геноцид чеченского народа, чтобы этот оккупационный сброд ушел из нашей республики. Мне это нужно. Мне нужны гарантии, что завтра
наше потомство опять, как в 44-м, Сибирь не вышлют. Нам независимость для этого нужна. Когда-то Муллу Насреддина спросили, грех ли болтать, то, что не знаешь. Мулла Насреддин ответил, болтать не грех, было кому слушать. Вот, люди слушают, поэтому многие болтают, что не знают. Есть два категории российских солдат на территории Чечни. Это те, которые лежат в гробах и которые будут лежать в гробах. В этом году у меня несколько раз была возможность умереть. Два раза меня травили, короче. Вот много стычек было, но мой срок не пришел. Мой срок придет, я и без российской армии, без всего этого мира так умру. Как бы свой срок. Человек федеральные войска находятся в республике, и мы испугались, короче. Да нам лучше, чем больше, там целиться не надо, куда стрелять, туда попадет. Ты второй по разыскиваемости террористов в мире. Как все удается уже в течение такого долгого времени оставаться живым? Я, во-первых, не второй, и, во-вторых, не разыскиваемый. Я сам их ищу, этих террористов, и по всей России, и буду искать, и буду находить, и буду наказывать. Поэтому не надо так говорить, меня ищут, я их ищу. Россия ожидает надо международного трибунала от нас, а не террористических актов. Мы не террористы, никогда террористические акты не совершали. Это Россия террорист международного плана. И Россию мы будем привлекать к международному трибуналу и будем судить по нормам международного права. Мы воюем с первого дня, у нас опыта больше, опыта этой войны, именно этой. Потому что ни одна война друг на друга не похожа, это надо учитывать. И в Рэмбо всякие, короче, и команда вся эта, в кино только так красиво воюют, там красиво живут, понимаете? А на деле война это большая грязь. Где эти спецслужбы, которые могут работать, хваленные альфы, вымпелы, нету их, понимаешь? Они против безоружных людей с дубинками и пулеметами, они вояки, там толпу разогнать, короче. Дома мы новые построим, и мы заставим их построить. Я вот говорю, ну ладно, я террорист.
Но они кто тогда? Если они установители конституционного порядка, и если они антитеррористы, то я плевал на все эти установки, на все термины. Никаких тормозов не будет, иншаллах. В первую очередь для меня это борьба за свободу, потому что свобода первична. Если я не свободен, я не смогу по вере жить. Я должен быть свободным. Свобода первична. В моем понимании шариат вторичен. Но без суда и следствия несудебные казни устраивают просто геноцид из-за того, что у России есть атомная бомба, как у меня ее нету пока, это ничего не значит. Меня это не остановит. Но если человек сегодня признает, да, вот там чеченцы, они правильно воюют, они за свободу, у них справедливость, тогда вопрос встает, а почему ты сам, короче, за это не встаешь? Уже он ответственен. Но если он говорит, а, это Басаевы все заодно, короче, тогда автоматически с него он сам себя обманывает. Типа он снял с себя эту ответственность. Вот и все. Кто такой Рамзан Кадыров? Я такой человек, короче, до 2001 года вообще Рамзан не слышал Кадыров. Я знал Люлю Кафырова, что Люлю по-чеченски означает мундштук. Человек, которого зовут мундштук, короче, соответственно, все ноги имеет. Они на нашей стороне тоже не воевали. Тот же этот Кафыров. Где он воевал? Одно место, скажи. Это люди, которые бегали вокруг войны. В общем, они недостойны обсуждения. Пустая трата времени на пустое место. Все про другое.